не прошло и месяца, как мы наконец-то решились поехать на телеферике на гору. На гору, вернее. Сейчас поедем и все для вас отснимем по-новому. Вот, подходим к нашему телеферику. Сели в кабине, уже едем. Двери закрываются. Допросимо стационы ангуляры. Это было в Италии, забудь. Это мы в Италии ездили в электричке в пригород Рима, и там все время нам говорили. La prossima stazione Angulare. Вот, снимаем, вот видите, красоте. Вот, все, видите, как классно поднимаемся. Мелания все на ладони. Как-то не ожидали, что будет настолько красиво. Когда вы ходите по этой крепости, слова и комментарии совсем не нужны. Так что давайте просто наслаждайтесь видами старины. Классно провести время, подышать, ну, хвойным воздухом,
приходите сюда на гору, приезжайте на фуникулёре, там, на телеферике, вернее, и вам это гарантировано, вы проведете просто чудесное время. Просто классных несколько часов, даже как мы, вот полдня, мы просто восхищаемся воздухом, чистотой и природой вокруг. Плюс это вся старина, это сочетание, это просто такой особый парфюм, особое ощущение. Мы никуда не спешим, поэтому очень хорошо. Просто сели в тенечке, можно отдохнуть, да, походить, виды посмотреть. То есть не обязательно в какой-то спешке, что мы все бегут, да, потихонечку. А мы наслаждаемся. Мы не хотим вас загружать историческими всякими справками и информацией об этой крепости. Все это могут всегда почитать. Просто мы поставим это под музыку и наслаждайтесь просто видами. Того, как войти в мечеть, на молитву нужно делать омовение ног. Перед молитвой вытянут. Это прямо вот возле мечети. Это для мужчин. Для девушек, для того, чтобы они как бы не показывали свои части тела, которые запрещены в религии. И у них вот здесь есть отдельно место, где они могут это сделать. Видите, с лавочкой. Вот такой спелый гранат. Нет, вот такой сок. Бутылочка. И вам спасибо. Тишикюри дарим. Кирюшюри.
все, приехали, шум, город, задымленные улицы. Ну, не такие задымленные, конечно, как у нас в Монреале, но все равно. Вот так вот провели супер классный денек. Все, пока.